Вы же знаете о том, что наши легкие ежедневно прокачивают около 10 тысяч литров воздуха, и что человек ежедневно делает 25 тысяч вдохов-выдохов. Про легкие не только в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Сегодня на ваши звонки отвечает Сергей Пушкин, главный врач больницы Середавина, доктор медицинских наук. Добрый вечер. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской областной ассоциации врачей и при информационной поддержке редакции журнала «Личный врач». Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Не уходите далеко от телефонов, потому что не каждый день выдается возможность задать вопросы прямо в студию главному врачу больницы Середавина. Сергей Юрьевич, я хочу сейчас сделать то, что называется использовать служебное положение, но очень хочется от своего лица и от лица наших зрителей поздравить вас, потому что именно сегодня стало известно, что вы победитель акции «Народное признание» в номинации «Признание и уважение». Спасибо большое. Да, очень приятно, поскольку это на самом деле для меня очень важно, поскольку весь наш труд, который мы делаем, и я считаю, что именно в моем лице, наверное, то, что сейчас происходит, это, наверное, благодарность, наверное, всем медицинским работникам, всем тем людям, которые сейчас на самом острие, наверное, здоровья вот, всех наших граждан, всего нашего населения. Ну и понятно, что, конечно, большое спасибо всем тем людям, которые поддержали меня в этой номинации. Вполне заслуженная награда. Я еще раз поздравляю. 202-11-22. Время пошло. 30 минут Сергей Юрьевич отвечает на наши вопросы. Поэтому звоните, пожалуйста, к нам в студию. Более 20 лет, если я не ошибаюсь, вы посвятили торакальной хирургии. Ну, скажем так, почти уже 30, да. Ошиблась, всего на 10 лет. Да, но вся моя жизнь связана с этим. На самом деле, вот такая специализация доктора не очень понятна, наверное, широкому кругу. Торакальный – это, я сейчас попробую дилетантски сформулировать, это органы, которые находятся в грудной клетке, правильно? Правильно. Правильно. Продолжаем. Итак, и... Когда речь идет про грудную клетку, сразу думаем про легкие, ну, наверное, не случайно, особенно сейчас. Но это же не только об этом, да, правильная речь? Я бы сказал немножко по-другому, потому что торакальная хирургия – это, конечно, не только то, что находится в грудной клетке. Вот, она связана с той хирургией, которая объединяет в себе, ну, возможности, необходимые умения и навыки хирурга, оперировать не только то, что находится у нас внутри, на самом деле, груди, грудной полости. Это необходимые навыки, которые должен врач владеть и в абдоминальной хирургии. Он должен владеть навыками сосудистой хирургии. То есть фактически все то, что объединяет, наверное, себя вершину мастерства. Я никак не хочу умолить, наверное, достижения любых. То есть торакальный хирург – это очень-очень квалифицированный специалист. Любой врач, он, наверное, в своей специальности может быть и должен быть высококвалифицированным специалистом. Но именно, наверное, сплав разных специальностей и разных направлений, он как раз объединяет себя торакальной хирургией. Потому что когда мы оперируем, мы же должны понимать о том, что если потребуется сделать любое вмешательство, то есть хирург, он не должен просить кого-либо помочь ему. То есть он должен делать сам. И поэтому, когда мы говорим о том, что необходимо выполнить, я не знаю, операцию на пищеводе, заменить ее, то есть мы берем пластический материал из брюшной полости. Если мы говорим о том, что нам необходимо восстановить где-либо, так сказать, какого-либо органа кровоток, мы должны понимать о том, что это сосудистая хирургия. Об этом говорить очень много можно, поскольку на самом деле это специальность, которая она связана, ну, должна быть с хорошим знанием анатомии, оперативной топографии, оперативной хирургии. Вот, это должна быть хорошая сплоченная команда не только в хирургии, но и анестезиологов, операционных сестер, реаниматологов. Тогда все получится. Ну, 30 это лет отдано, я понимаю, что да. Вы об этом можете говорить. Но в хирургии самое главное, что торакальная хирургия, это все-таки, наверное, грудь, это все-таки душа. Поэтому, когда мы работаем рядышком там, душу мы должны не понимать, что это очень серьезно. Да. У нас есть звонок, давайте послушаем.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я могу задать вопрос доктору по поводу артериального давления? Давайте попробуем. Вот во время измерения давления у меня разница на руках в 20, 30, а то и 40 единиц. На правой руке гипертония, на левой гипотония. Это нормально? Спасибо за ответ. Спасибо за звонок. Вы же сказали, что торакальный хирург, он все знает. Это немножко не совсем укладывается норму, если разница составляет более 40. Вот это может быть связано с разными причинами. В том числе и со стенозом сосудов, которые находятся и имеют там, где мы меряем с вами артериальное давление. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что для начала вас нужно, чтобы ваш доктор-терапевт, он все-таки не только сам посмотрел, но и направил к специалисту, который занимается именно обследованием, в том числе и патологией сосудов. Ну, в частности, это может быть как кардиохирург, так и сосудистый хирург, для того, чтобы вас проверили наличие, ну, судя по вашему возрасту, наверное, все-таки стенозов сосудов, вот, и уже дальше разобрался с вашей проблемой. Вот видите, даже по голосу доктор определяет уже возраст. Вот это мастерство. Сергей Юрьевич, я к легким. Угу. Программу мы назвали сегодня «Слабое звено», потому что легкие на сегодняшний день вот в этой ситуации оказались каким-то самым уязвимым органом человека, ну, было ли так до ковида, и с чем все-таки чаще приходилось раньше иметь дело торакальному хирургу? Ну, собственно, раньше, сейчас все имеют дело с одним и тем же. Вы абсолютно правы в том, что легкие – это у нас, наверное, один из тех жизненно необходимых, как бы, так сказать, систем в организме, без которых человек жить не может. И мы всегда говорим о том, что сердце и легкие – это взаимосвязанное. И если говорить в целом о тех проблемах, которые, например, у нас были до того, как вот мы сейчас говорим только о воспалительном процессе, потому что вирусная инфекция, бактериальная инфекция – это острые патологии, которые, ну, связаны все-таки с воспалением. Какого генеза, какого характера – это уже другой вопрос. А в целом, то есть те проблемы, которые были и которые есть, они так и остались. Конечно, на первом месте это онкология. И мы должны об этом не забывать даже сейчас, когда в стране, в мире бушует все-таки коронавирусная инфекция. И проходить все эти обследования, которые в первую очередь направлены на то, на раннее выявление той патологии, которая может быть просто опасна и привести к неблагоприятному исходу. Конечно, мы не должны понимать, что, что бы мы ни говорили, а туберкулез легких со всеми его массой проявлений, осложнений, это тоже большой пул пациентов, который тоже должен быть постоянно на контроле, обследоваться, должна быть диспансеризация. Вот. И, конечно, мы не должны забывать о той общей, ну, скажем так, торакальной заболевании, которые вокруг нас есть. Это и те заболевания пищевода, связанные с нарушением прохождения пищи, последствия травм. Это та проблема в легких, которые связаны именно как с врожденной патологией, так и с приобретенной. Кисты, бронхоэктазы, новообразование доброкачественного генеза. То есть заболевания, которые вокруг нас могут вызвать какую-либо, ну, неприятность, скажем так, и привести к тяжелым последствиям, очень много. Что нас должно с вами насторожить, именно в первую очередь обратить внимание? То есть, конечно, это те симптомы, которые, ну, может быть, мы привыкаем и не обращаем внимания. Это кашель, подкашливание, першение в горле, это боль в груди, это периодические подъемы температуры, которые могут приходить и уходить, это изменение вкуса, изменение аппетита, снижение аппетита. Это вот все то, что немножко не укладывается. Иногда мы смотрим на себя и не обращаем внимания, что, например, человек начинает худеть. То, что... Мы радуемся. Ну, мы иногда радуемся, да. Мы иногда говорим, ой, слава богу, что-то случилось, мы наоборот себя. Но в первую очередь, конечно, мы должны понимать, что не зря мы должны проходить постоянно медицинские осмотры, профосмотры. Потому что даже минимум обследований, которые мы должны обязательно каждый год проходить, а с течением года, возраста имеется в виду, мы расширяем перечень обследований, которые должен проходить каждый человек. То есть это как раз направлено на то, чтобы выявить на ранних стадиях любое заболевание и помочь человеку. Сейчас нельзя опускать руки, даже если у вас онкология или какое-либо другое заболевание, потому что чем раньше мы выявляем, тем мы говорим о том, что это излечимо. И не надо бояться теперь названия того, что это у вас там или у нас, или у кого-либо, так сказать, выявит онкопатологию, и окажется, что надо опускать руки. Нет, конечно.
Сейчас совсем другая жизнь. А вот буквально же при каждом визите к врачу, к терапевту, там еще к другому специалисту просят флюорографию. Вообще есть в этом уже на сегодняшний день смысл, или это какой-то с советских времен устаревший? Есть, понятие? Конечно, есть. Сейчас флюорография, конечно, она уже немножко не та. Во многих поликлиниках уже стоят цифровые флюорографы, которые позволяют на совсем на другом качестве как бы делать снимочки, то есть они уже совсем другого разрешения, позволяют уже увидеть совсем другую патологию, которую, ну, не видели раньше. Но мы всегда должны говорить о том, что для чего человек это делает. То есть если у него есть клиника, если у него есть какие-либо жалобы, то, конечно, этому человеку нужно пройти более углубленные исследования, включая рентгенографию, включая компьютерную томографию и, возможно, другие методы исследования, которые позволят установить или исключить какой-либо диагноз. Но мы должны всегда понимать, что рентгенологическое исследование органов грудной клетки – это основной метод, который позволяет нам все-таки заподозрить какую-либо патологию в органах грудной клетки. Это основной метод. Сегодня во время пандемии обстановка такая, что многие из нас первым делом идут делать КТ. Слышали мы, что вот КТ надо делать. Прежде чем вы ответите на этот вопрос, давайте звонок примем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня муж умер в 64 года от рака кишечника. Сыну у меня сейчас 57 лет. Но он вот никак опасность не связывает. Нельзя, чтобы доктор что-то сказал. Вы абсолютно правы. Спасибо. Вы знаете, мне очень нравится о том, что вы правильно понимаете ту ситуацию, которая на самом деле вот есть. Потому что наследственный фактор никто не исключил. Вот. Другой вопрос, что это не всегда напрямую связано. Но я почему сказал о том, что необходимо проводить скрининговые обследования, и особенно в возрасте, который более старше 45 лет, для выявления в том числе в первую очередь онкопатологии, особенно мужчинам. То есть и как раз в этой ситуации обязательно мы знаем о том, что у нас даже постановлением правительства обязательные методы исследования, которые включают и колоноскопию, и гастроскопию, и углубленные исследования ультразвуковые, биохимические анализы крови. Поэтому это обязательно нужно делать. И мы об этом должны с вами помнить. Еще раз говорю, что чем раньше мы выявим, тем мы фактически избавим человека от всех тех заболеваний и проблем, которые есть. Поэтому ваш сын, я думаю, он должен все-таки немножко серьезнее отнестись к этому вопросу и пройти обследование. Да. Вот. И причем все-таки это полезно не, слушать маму. Не одноразово, я хотел бы сказать, а все-таки это нужно делать регулярно. С той частотой, в зависимости от метода исследования, которое у нас все-таки запланировано. Что-то мы должны делать ежегодно, что-то мы должны делать раз в 3 года, что-то мы должны делать раз в 5 лет. Но это обязательно, которое нужно очень серьезно отнестись, и будет, я думаю, меньше огорчений и у родных, и близких, и у детей. Спасибо. Возвращаясь к КТ, к матовому стеклу, к пневмонии, к поражению легких, вот бежать ли действительно сейчас делать КТ при, не знаю, при первом каком-то подозрении на ковид? Ну, я, наверное, знаете, скажу так. КТ ведь не лечит. Диагностика. И мы с вами должны понимать о том, что все равно на первое место должна стоять клиника в сочетании с методами обследования. А для этой ситуации все-таки мы должны понимать о том, что врачи, специалисты, которые этим вопросом занимаются, которые занимаются лечением, обследованием, которые, наверное, находятся не только в стационарах, но и в первичном звене, то есть в этой ситуации нужно все-таки, наверное, доверять врачам. Если врач считает, что необходимо, это обязательно нужно делать. Но мы очень много исходим из того, что на самом деле вот смотрим телевизор, смотрим передачи, и если все говорят о том, что необходимо делать КТ, давайте делать всем КТ. Это не совсем разумно. Сейчас запись уже даже на ночное время, да. Ну, согласен, да, но я поэтому говорю, то есть все считают, что сделали КТ, от этого что-то изменится в этой жизни, вот, но это, еще раз говорю, все должно быть в разумных пределах. Есть и плюс, есть и минус. То есть фактически все равно я сторонник того, что именно в медицине, именно в плане здоровья, то есть мы в первую очередь должны с вами доверять, наверное, тем людям, которые все-таки одели белый халат, и не для того, чтобы просто быть, наверное, так сказать,
хорошо выглядеть, да, а все-таки для того, наверное, чтобы оказывать ту помощь, медицинскую помощь, неотложную, экстренную, любого формата, но которая направлена все-таки на оказание помощи все-таки, ну, нам с вами всем. Давайте в первую очередь обратимся к врачу, давайте мы все-таки выслушаем его мнение, давайте мы все-таки доверять тем людям, которые, не жалея сил, времени, на своем рабочем месте. КТ, это, могу сразу сказать, это не панацея. Вы иногда просто, делая КТ, получаете заключение рентгенолога, который все равно должен интерпретировать клиницист. И у вас в данной ситуации все равно отложится что-то в голове, и вы будете, наверное, обращать на это большое внимание. И вам будет сложнее потом воспринимать, наверное, ту реальную картину, которая, наверное, есть. А у нас есть звонок, да? Здравствуйте, мы слушаем вас. Я к врачу обращаюсь. Да, вот, пожалуйста. Мне поставили диагноз двухсторонний альвеолит. Так, в чем вопрос? И там тоже матовое стекло написано у меня. Да, правильно, да. А врачи говорят, что это не лечится и как лечить. Спасибо. Вы понимаете, да, что... Очень много заболеваний, которые на самом деле не лечатся. Хоть я и всю жизнь свою отдал хирургии, хирургу проще. Потому что есть некоторые, ну, скажем так, заболевания, которые мы прооперировали, убрали какой-то либо орган или часть органа, и говорим, что человек здоров. Есть заболевания, которые у нас принимают хроническую форму, которые с нами присутствуют от момента их приобретения до самого конца. И в этом ничего страшного нету. Самое главное, ведь мы понимаем, чтобы не доводить ситуацию до прогрессирования заболевания и препятствовать, ну, скажем так, какому-либо обострению. То, что вам поставили альвеолит, и то, что там на самом деле изменения в легких, которые приводят потом к формированию, то есть как бы фиброза и изменения легочной ткани, это не говорит о том, что это заболевание не надо лечить. Это заболевание, которое требует постоянного, скажем так, наблюдения и коррекции у пульмонологов, потому что эта проблема, она связана именно с органами дыхания, и нужно проводить ту предупреждающую терапию, симптоматическую терапию, которая не позволит прогрессировать вашему заболеванию. На сегодняшний момент есть несколько схем лечения, которые... Ну, должны и обязаны как бы присутствовать в нашей жизни. Я думаю, что если вопрос сложный, если у вас как бы есть сомнения, то сейчас просто очень сложное время, которое связано с новой этой коронавирусной инфекцией, но для этого есть и остаются в жизни, ну, пульмонологические комиссии. То есть сейчас собрать их более сложно, чем раньше, но мы должны понимать, что все равно совместное решение пульмонолога, торакального хирурга, фтизиатра, онколога, оно позволяет выработать необходимые схемы лечения, объем лечения. Если нет диагноза, даже вопрос стоит о какой-то оперативной методике, биопсии, которая позволит более точно установить диагноз и назначить именно по этиологии, по патогенезу непосредственно лечение. Я думаю, что в вашей ситуации вам необходимо, чтобы вами наблюдался пульмонолог. Именно врач-пульмонолог, который и сейчас они оказывают помощь у нас и в Середайне, есть и другие городские пульмонологические центры. Но опускать руки не надо. То, что там матовое стекло, они всегда были, вы правы, абсолютные до коронавирусной инфекции, будут и после. Вот. И это те заболевания, которые присутствуют с человечеством многие-многие, так сказать, не знаю, всю свою жизнь. Вот. И я думаю, что это ничего страшного. Сергей Юрьевич, больница Середавина – это главное учреждение региона, которое встало в первую очередь, наверное, на борьбу как раз с коронавирусной инфекцией. И понятие, которое вошло в нашу жизнь с зимы, с весны, наверное, красная зона, которая нас всех пугает. Врач, который работает в красной зоне, больной видит, не видит его лица, скажем так, да, это человек без лица в какой-то мере. Сейчас я предлагаю вам и нашим зрителям посмотреть сюжет про сотрудника вашей больницы, про человека без лица, лицо которого мы как раз увидим, да, и наших зрителей приглашаю тоже посмотреть этот сюжет, потому что это все очень важные вещи.
Это похоже на кадры из фильма «Катастрофы» после атомного взрыва или на другой планете. Узнать коллег можно лишь по очертаниям и голосам. 2020. Начало войны. Гематологи, кардиологи, хирурги – все призваны в ряды инфекционистов. Ты же врачом быть не перестал, потому что COVID-19 случился. Поэтому, я думаю, очень небольшая часть коллектива покинула нашу больницу, а вся остальная перестроилась, и все мы успешно оказывали помощь. Почему нет? Да, изменились условия, но врачами мы быть не перестали. Ковидный госпиталь – это передний край. Успех любого сражения зависит от подготовки. Она началась еще в декабре, время до вторжения у нас было. На любой войне бывают герои и предатели. Но пандемия нарушила это правило. Я не знаю случаев, когда люди сбегали или отказывались от своей ответственности. Я думаю, что это уже происходит на более ранних стадиях, а не когда человек приступил к работе. Ковид – достойный соперник, признается доктор Николаева. Самыми тяжелыми были первые месяцы в красной зоне. Дело не в физической усталости, дежурства включают перерывы на отдых. Невозможность контакта глаза в глаза, барьер в виде маски и защитного костюма – вот это нешуточный стресс и для больного, и для врача. Однако страха, паники не было. Меры приняты все здесь, для сотрудников. У нас на самом деле беспрецедентные меры. То есть моменты, вот мы, если пойдем с вами в зону, вы увидите. То есть момент входа, момент выхода. Но я не знаю, если их соблюдать вот дотошно, и именно соблюдать изо дня в день, из месяца в месяц дотошно, там невозможно заболеть. И мы выходим. Стягиваем наш прекрасный комбинезон. Выворачиваем комбинезон. Таким образом, чтобы мы не снимали. Ко всему можно привыкнуть. Такая работа, уверяет Анна. Полгода в красной зоне, полгода без встреч с родителями, полгода побед и потерь. Больные уходят не только домой. Такая работа. Ко всему можно привыкнуть. Или нет? Конечно, за каждым этим случаем, наверное, стоит трагедия. В той или иной степени. Смерть, для меня я не отношусь к ней спокойно и просто, хотя, может быть, сейчас по мне это не видно. Но это, конечно, трагедия. Уроки пандемии жесткие, но действенные. Красная зона как граница. Если ты вышел, снял маску и остался прежним, значит, не выучил урок. Ситуация высокой степени определенности. Потому что как будет себя вести заболевание, какие будут прогнозы на заболеваемость, на госпитализацию. Это же все выстраивалось изо дня в день. То есть по факту. Мы жили в сегодняшнем дне. Наверное, мы научились жить в сегодняшнем дне. И ценить этот сегодняшний день. Очень искреннее душевное интервью. Наверное, еще раз от всех наших телезрителей хочу поблагодарить ваш коллектив. Спасибо. За такую тяжелую, сложную работу. Это не значит, что мы прощаемся. У нас есть еще несколько минут. И у нас был звонок. Не знаю, дождался ли нас зритель. Алло, вы с нами? Алло. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вы знаете, я слышала от многих своих знакомых, что когда КТ показывает небольшое поражение легких, то в больнице не кладут. У нас такая ситуация была вот и с соседом, и многие знакомые мне рассказывали эту историю, что кладут только тяжелых больниц. Но болезнь прогрессирует, и без лечения, наверное, малое поражение может очень легко и быстро стать большим поражением. Вопрос у меня, почему же не госпитализируют легких больных, зачем нужно ждать ухудшения, в чем ситуация, не хватает мест в больнице, может, есть какие-то другие причины. Спасибо. Хватает ли коек? Это действительно вопрос, который волнует сегодня очень-очень многих. Тут надо сразу исходить из той ситуации о том, что то, что мы сегодня говорили про КТ. То есть КТ это не является основанием для того, чтобы просто решить вопрос о госпитализации или нет. Всегда нужно оценивать комплексно, в том числе и клинические проявления, что беспокоит человека и как он себя чувствует. Ведь речь идет о том, что мы же понимаем, что то, что можно лечить амбулаторно, или те бессимптомные формы, легкое течение, то есть человеку намного комфортнее в данной ситуации, наверное, получать все-таки то лечение, именно которое положено лечение в соответствии с самыми последними методическими рекомендациями, именно дому. Но есть определенные показания даже при малом поражении, которые требуют госпитализации. И мы об этом всегда говорим, и это всегда нужно оценивать. Есть ли у человека сопутствующие патологии, есть ли у него эндокринные
заболевания, то есть были ли у него операции на сердце и хотя бы те факторы риска, которые могут привести к быстрому прогрессированию заболевания и на самом деле вызвать резкое ухудшение ситуации. Поэтому мы всегда взвешиваем все. И наличие сопутствующей патологии, возраст, клинические проявления, данные обследования, данные исследования на коронавирусную инфекцию, компьютерную томографию. И врач должен оценить. Сергей Юрьевич, а я вот еще раз сформулирую вопрос телезрительницы. И, наверное, хватает многие ли нам мест? Да. На сегодняшний момент могу сказать, то есть, что стационары они работают с нагрузкой. То есть люди, которые нуждаются у нас с вами в госпитализации, которые подлежат непосредственно стационарному лечению, идет госпитализация во все стационары, которые работают в области. И мы говорим тогда не только о том, что у нас единственная больница, которая работает на ковид, это больница Середайн, у нас открыта и 6-я больница, 4-я больница работает под ковид, у нас работает крупнейшая больница Европы, это городская больница Тольятти номер 5. То есть мы говорим о том, что инфекционные койки открыты у нас и в области, во многих лечебных учреждениях более 20. Поэтому на сегодняшний момент коек хватает, но идет наращивание мощности в плане того, что мы сейчас видим тот рост заболеваемости. Мы должны быть готовы даже к тому, что заболевших людей будет больше. Давайте еще один звонок примем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, где сделать прививку от пневмонии? Вот так вот. Замечательный вопрос. Хороший вопрос. Я вот только хотел сказать о том, что несмотря на то, что у нас с вами идет коронавирусная инфекция, прививки и вакцинацию нужно делать и от пневмонии, и от гриппа. Значит, у нас с вами этим занимается первичное звено, то есть наши поликлиники, которые есть прикрепленные населения. И в каждой поликлинике вы можете пройти непосредственно и сделать вакцинацию как бы и от пневмонии, и от гриппа. Кроме этого, у нас есть специальные и прививочные кабинеты, плюс у нас делают предприятия на своих местах, плюс у нас школы, детсады, университеты, институты и так далее, они тоже делают как своим сотрудникам, так и обучающим вакцинацию и от гриппа, и от пневмонии. Понятно, что это нельзя сделать одномоментно. Может быть, где-то есть какие-то временные трудности, но могу сказать, что вакцинация идет полным ходом. Вот, и делается непосредственно. Но в первую очередь хочу обратить внимание, что даже не столько от пневмонии, сколько очень прошу, так сказать, как бы у всех, кто меня слышит, серьезно отнеситесь к вакцинации от гриппа. Поскольку все равно это идет выработка иммунитета, которая, я думаю, все-таки будет определенной защитой не только от вирусной инфекции, которая всегда у нас в ходу, но и, может быть, поможет нам и от коронавирусной тоже заболеваний. Так много вопросов у меня к вам. Ну, к сожалению, сегодня, видимо, разговор у нас ограничится коронавирусной инфекцией. Ну, собственно, это ожидаемо и понятно. Это то, что беспокоит сегодня всех. Вы в своем обращении на сайте коллективу благодарили людей за такую достойную работу. И при этом вы написали, что сейчас многое значительно понятнее, что появились новые схемы, новые методы, новые лекарства. Наверное, сейчас все сидят и хотят услышать, справиться. Справимся ли мы, действительно, понятно ли, и что делать нам всем? Вот, кстати, это тоже очень важно. Вот вы показали в сюжете о том, что мы фактически вступили, наверное, в какие-то боевые действия с этим вирусом. Ну, вот возьмем, например, аналог, наверное, из истории, который, ну, связан немножко, наверное, не с медициной, а просто давайте вот Вторую мировую войну. Как мы вступили, да, и как мы ее закончили? То есть мы же вышли победителем. Ну, сколько это было? Хотя у нас не было подготовки практически. Вопросов, неясных каких-то моментов. На сегодняшний момент мы столкнулись с той патологией, с тем заболеванием, которого не было отработанных схем, не было лекарств, не было, ну, скажем так, наверное, просто понятия развития патогенеза заболевания. И это все сейчас, с течением времени, становится более-менее понятно. Ведь не зря уже вышли 8 методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Сергей Юрьевич, вы должны успеть сказать нам, не волнуйтесь, мы справимся. Я хочу сказать о том, что лечение, оно на самом деле как бы меняется реально. Вот. И я думаю, что все те новые препараты, которые появляются, они дают нам больший шанс тому, что будет хорошо. И на этом мы сегодняшний эфир заканчиваем. Спасибо.